Запуск московских центральных диаметров и ввод ТПУ Ховрина разгрузят дороги Химок. Более комфортным передвижение по Москве и Подмосковью станет для жителей старых Химок, Сходни, Подрезково, Ферсановки и Левобережного. К примеру, третий маршрут МЦД от Зеленограда до Раменского планируют запустить к началу 2022 года. Электропоезда нового поколения будут курсировать с 5:30 утра до часа ночи каждые 6 минут. Московский центральный диаметр – это один из таких наиболее масштабных транспортных проектов сейчас в Москве. Успешный опыт МЦК и то, какое количество людей пересело на удобное кольцо, позволяет оценить потенциал именно развития аналогичного удобного транспортного сообщения по радиальным линиям железной дороги. Фактически будет создана дополнительная скоростная транспортная система, не дублирующая, а дополняющая уже существующую транспортную систему метро, но даже более удобные для жителей Подмосковья. Железнодорожную станцию линии D3 с рабочим названием Ховрина-2 в составе пересадочного узла построят к началу 2021 года. ТПУ примет на себя часть пассажиропотока аэропорта Шереметьево, что также разгрузит Ленинградку и в целом дороги в пределах старых и новых Химок. Поезда оборудуют системой климат-контроля, бесплатным Wi-Fi и розетками для гаджетов.